Пляжный сезон 2020 объявляется открытым. Все отдыхают, загорают, купаются. А что хотели бы улучшить волжане в работе городского пляжа, узнаем прямо сейчас. Хороший настрой, музыка. И чтобы были туалеты. Нет туалетов? Нет туалетов. Как бы хотелось, чтобы на пляже был какой-то батут. Ну, не такой детский, как вот обычно в парках находится, да, а более профессиональный, чтобы вот дети могли, которые занимаются, спокойно приходить, в свободное время попрыгать. Свое удовольствие, скажем так. Конечно, урн бы побольше, вот правда, да, потому что все-таки грязновато. И, может быть, это связано с тем, что еще не открыли пляжный сезон официально, и поэтому здесь, ну, довольно-таки грязно. Прокат шезлонгов, допустим, что-нибудь улучшить в этом плане, чтобы не с тряпочками приходить, да? Площадка, футбольные ворота где-нибудь поставить, если есть место будет. Волейбольные площадки есть, а именно, чтобы футбол ребятишки погоняли. Так, в целом, вроде ничего. Чтобы детские развлечения были, какие-то прокаты, машинки, чтобы были. Ну, чтобы такое для детей было. А так все устраивает. Чтобы больше было каких-то этих аттракционов, там, качелей, каруселей. Ну и убирались, конечно, чтобы. Очень было бы приятно, если бы здесь были лежаки, вот как там, ну, неважно, да, шезлонги, неважно, платные, неплатные, главное, чтобы они были, потому что не очень удобно, много народу и практически лечь негде. Ну, не знаю, вода, чтобы была хотя бы там лилась попить, ну, лежаки, понятно, пускай их не будет. Совсем. Ну, там, не знаю, волейбольную площадку поставить, чтобы волейбол поиграть. Ну, тут вообще тут просто для работы все что угодно. Мне очень понравилось, как работают спасатели. Вот смотрю, слежу, парни чуть дальше заплывают, чем нужно. И вот катер проплывает, и внимательно за всеми следят. Это большой плюс. Спасибо спасателям.